Діагностичного препарату туберкулін не вистачає в області. Про це заявляє Департамент охорони здоров'я області. Наразі в лікувальних закладах краю є п'ята частина від необхідної кількості доз. Отож, про те, чим загрожує нестача туберкуліну в області, говоримо сьогодні у темі дня. Вітаю вас. У студії для вас сьогодні працює ведуча Юна Вітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Гостя нашої студії сьогодні Світлана Гейващук, головний дитячий фтизіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Мої вітання. Добрий вечір. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому можете долучатись до нашого ефіру завдяки телефонам, які бачите на ваших екранах, а також у соцмережі Facebook. Ставте ваші питання у коментарях, ми озвучимо їх у прямому ефірі. І на початок давайте заслухаємо коментар Олександра Мирного, головного епідеміолога нашої області, про те, яка ситуація з закупівлею препарату на сьогодні. На сьогоднішній день закупівлю туберкуліна тільки почався рік, я не можу сказати, чи відбулись, чому, тому що таку інформацію ми отримуємо раз в квартал. Сьогодні березень, ще квартал не закінчився. В квітні на початку ми будемо знати. Станом на 1 січня 2018 року в нас від потреби, значить, в наших лікувально-профілактичних закладах знаходиться п'ята частина від потреби туберкуліну для проведення туберкулінної діагностики, який був закуплений ще, скоріш всього, в четвертому кварталі 2018 року. Якщо він буде своєчасно закуплений на початку року, охопити до кінця року дітей, які підлягають щорічній туберкулінної діагностики, вдається охопити. Отож, пані Світлано, скажіть, будь ласка, така ситуація з препаратом туберкулін склалась лише цього року? Вы знаете, на протяжении последних 3 лет у нас такая ситуация с туберкулином наблюдается постоянно. Так же, как и, кстати, с вакциной БЦЖ. Потому что за последние, ну, наверное, 5-6 лет стоимость туберкулина очень возросла. Если лет 6 назад он стоил для одного ребенка 2 дозы в пределах 2 гривен 20 копеек, то теперь он стоит для одного ребенка свыше 40 гривен. И, естественно, органы местной власти не имеют иногда таких денег, которые нужно выделить для закупки туберкулина. И получается, что эта закупка происходит неравномерно. Вот уже сказал эпидемиолог нам, что в основном был закуплен в прошлом году туберкулин в конце года, поэтому получилось, что весь туберкулин, который был закуплен, не был использован, потому что весной и летом его просто не было, а зимой, в декабре месяце, его не успели использовать. Но в принципе последние годы это состояние такое... Не встигли постоянно використати через те, що було загострення інших хвороб? И обострение других заболеваний, просто по времени они не успевали. Большое количество детей, они не могли охватить в течение месяца это количество детей туберкулинной диагностикой. Пані Світлано, скажіть, але на сьогодні, якщо закуповувати, цей препарат є доступним, сертифікованим, в цьому, в принципі, немає? Да, этот препарат есть. Может, когда завод стоит на, останавливается на ремонтные работы, какие-то его нет, но, в принципе, этот препарат есть, и его можно закупать. Просто с начала года не все районные администрации уделяют внимание закупке туберкулина, и получается, что это двигается на середину и конец года. Дякую, пані Світлано. Які причини у тому, що зараз немає доступного препарату у повній кількості, зазначив і очільник Департаменту охорони здоров'я області Яків Цуглевич. Далі у його цитаті давайте послухаємо, які ж причини виділив він. Туберкулін-діагностика залишається єдиним методом раннього вияву туберкульозу у дітей до 14 років. В останні роки в області, як і в Україні, обсяги туберкулін-діагностики недостатньо високі і знаходяться в межах 40-55%. Основна причина такого стану – недостатнє та несвоєчасне виділення з міських та районних бюджетів на закупівлю туберкуліну. Не останню роль відіграють відмови батьків від проведення необхідного обстеження через невірне розуміння проблеми. Яків Цуглевич, директор обласного департаменту охорони здоров'я, інтернет-видання «Є.UA». 26 березня 2018 року.
Пані Світлана, чим все ж таки загрожує оця нестача туберкуліну, про які наслідки можемо говорити зараз? Для того, щоб понять, чим воно угрожає, нужно сначала родителям понять, для чего мы делаем туберкулинодиагностику детям. Ну, вы все прекрасно помните, что мы в детстве, в школьные годы всем делали такие так называемые часики на руке. Это именно проба МАНТУ, которая делается и сейчас. Зачем делается проба? Проба делается детям для того, чтобы выявить локальные формы туберкулеза на раннем этапе, а также в основном для того, чтобы выявить группы детей, группы риска, которым угрожает заболевание туберкулеза. Именно для этого мы и делаем. Родители очень часто не понимают, что это такое. Они ассоциируют туберкулин с вакциной, но это совсем не так. Туберкулин – это не вакцина, это аллерген, который вводится детям. И в зависимости от того, встречался ли раньше ребенок с микобактериями туберкулеза, у него будет один ответ. Если он не встречался, это будет совсем другая проба. Ну, скажу, что пробы бывают отрицательная, положительная, гиперургическая. Так вот, отрицательная, это значит, ребенок не встречался с больным туберкулезом, и ответа в виде положительной пробы у него не будет. Это считается, отрицательная проба, это до 0,1 мм. Сомнительная проба, это до 5 мм. И уже с 5 мм начинается эта положительная проба, это значит, дети, которые инфицированы туберкулезом, они не больные, у них просто в организме есть туберкулезная инфекция. И для того, чтобы эти дети не заболели, мы проводим туберкулинодиагностики и после этого детей обследуем. То это грозит тем, что мы не выявим детей, которые могут заболеть. В частности, группы риска. Группы риска – это разные группы, это как медицинские группы риска, в том числе это дети относятся к группам риска контактные, которые проживают или имеют контакт с туберкулезным больным, дети, у которых впервые положительная проба, называется вираж туберкулиновой пробы, дети, у которых нарастает туберкулиновая проба или постоянно есть большая, больше 12 мм, и гиперургическая, больше 17. Так мы выявляем этих детей, и если мы вовремя не обследуем их, то заболевание у этих детей может с большей долей вероятности проявиться. Именно поэтому мы проводим туберкулинодиагностику, чтобы на ранних этапах выявить детей, которые могут заболеть. Вы сказали про медичну зону ризику, а яка ще? Социальным группам относятся группы людей, переселенцев, мигрантов, людей, которые прибыли из мест лишения свободы, а также основная группа – это люди, которые не на грани бедности, а социально необеспеченные, а так как мы посмотрим на нашей стране, сейчас этих людей очень много, и получается, что группа риска по туберкулезу – это практически вся наша страна. Скажіть, будь ласка, але якщо порівнювати взагалі ріст захворюваності у дітей, за останні роки є якийсь зріст чи спад? У нас у детей, у подростков в нашей области заболеваемость небольшая. В сравнении с украинскими показателями у нас получается, в принципе, в два раза меньше, чем общегосударственные показатели. Но имеет оно волнообразный характер. Если какой-то один год имеется спад заболеваемости, то обязательно через 2-3 года наблюдается подъем. Ну, за последний год у нас приблизительно показатели одинаковые, что за 16-й, что за 17-й. Что будет в 18-м году, неизвестно. Но будем надеяться, что закупка туберкулина своевременная и проведение проб дадут положительный результат. Але все ж таки, туберкулінодіагностика – це обов'язково чи не обов'язково діти проходять? Чи батьки можуть відмовитись? Туберкулінодіагностика теж проводиться по определенним планам, так як і прививки. Так, например, дети до 4 лет проходят туберкулинодиагностику в группах риска, о которых я сказала. С 4 до 14 лет это обязательное пока что у нас проведение реакции МАНТУ. И в подростковом возрасте 15-17 лет это тоже группы риска. Да, родители могут отказаться от проведения туберкулиновой пробы, но где гарантия того, что ваш ребенок не заболеет? Заболеваемость, скажем, низкая, но
Один ребенок из на 100 тысяч может заболеть. И где гарантия, что это не будет ваш ребенок? Поэтому альтернативы какой-то другой у детей пока нет. Если мы говорим о взрослых, там есть другие методы обследования. Это и флюорографическое обследование, и сдача анализа мокроты. У детей такой необходимости сразу проводить анализ мокроты и флюорографию нет. И именно поэтому мы должны больше внимания уделить туберкулинной диагностике. А то есть, если все же таки препарату не хватает, зараз маем 1/5 лише від потреб кількості. Це означає, що не будуть поки що ця діагностика проводитись? Чи яким чином це питання вирішується? Значить, буде проводитися, в районах буде проводитися туберкулінна діагностика маючимся туберкуліном. Ну, треба зрозуміти, що всім одразу дітям туберкулінна діагностика не проводиться. Імеється план на рік. І одні діти роблять туберкулінну діагностику весною, частично літом, і більша частина осінню роблять. Тому я сподіваюся, що власті вовремя закупять туберкулін і если сейчас на первое время этого туберкулина достаточно будет, то впоследствии нужно будет его закупать просто планомерно, и туберкулинная диагностика будет проводиться своевременно. Дякую. Мы також маємо думку нашої колеги, яка свідомо не робить оцю туберкулінну діагностику. Давайте почуємо її думку і буду чекати відповіді від вас. Прошу. Не вважаю за потрібне робити своїм дітям МАНТУ, оскільки такий підхід витікає з розуміння, що власне таке є проба МАНТУ. Це введення антигену в організм з метою зрозуміти, як відреагує імунна система на введення цього антигену, в даному випадку туберкуліну. І ось реакція МАНТУ, збільшення ось цієї проби, це власне є алергічною реакцією організму на появу у ньому речовини. Тобто, фактично, така алергічна реакція – це цілком природня реакція і до спроб зрозуміти, що відбувається в організмі, чи є там, чи він інфікований на туберкульоз, ця реакція не має ніякого стосунку. Я нагадаю, що у нас епідемія туберкульозу 1995 року, і ніякі проби МАНТУ та щеплення БЦЖ не можуть цієї ситуації виправити, хоча ще у 90-х роках охоплення і щепленнями, і пробами МАНТУ було надзвичайно високим. І я хочу попередити зразу, в мене лунає таке от попередження від фтизіатрів і інфекціоністів. Ага, ти ж собі робиш обстеження, ти ж обстежуєшся, ти ж робиш щороку флюорографію. Так, я роблю щороку флюорографічне обстеження. І при цьому я дбаю про здоров'я своїх дітей і дуже уважно за ними стежу. Тому ніяких жодних якихось таких докорів сумління я не відчуваю абсолютно з цього приводу, що ми не робимо МАНТУ. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, отож долучайтесь до нашої розмови телефонами або у соцмережі Facebook. А пані Світлана, даю вам слово. Яка ваша думка? Як прокоментуєте? Я хочу сказати, що дійсно це алергічна проба. Но нужно понять, что такое туберкулин. Это вытяжка микобактерий. И когда вводятся частички туберкулина в организм, они притягивают к себе лимфоциты, Т-лимфоциты. Но Т-лимфоциты не все, которые есть в организме, а именно те, которые сталкивались с микобактериями. Поэтому эта проба, это чувствительная только для тех, кто имел контакт с бактериовыделителем и имеет у себя микобактерии. Потому что другой реакции быть не может. Это действительно аллергическая проба. Кожная, она только местного характера, но именно у тех детей, которые имели контакт с туберкулезным больным. Да, такие пробы могут быть положительные еще у кого? У детей, которые были привиты в роддоме. Поэтому после прививки БЦЖ в роддоме дети имеют иммунитет. И если проба МАНТУ делается в год, в два, в три, она может быть положительная, потому что мы делали прививку БЦЖ, но потихоньку она снижается, идет на спад. Если сразу в год может быть 10 мм, то потом меньше, меньше, меньше. И этот иммунитет может держаться до 7 лет. И сказать о том, что не надо делать, это неправильно, потому что да, за собой надо следить, нужно делать флюорографию. Как можно последить за ребенком и знать, инфицирован он или нет? Начинается ли у него начальная стадия заболевания туберкулеза или нет? Дети не реагируют так, как, вернее, выглядят не так, как взрослые больные туберкулезом. И протекать заболевание у них может совсем бессимптомно или малосимптомно. И мы сразу не выявим больного по внешнему виду. И я же сказала, что единственный метод – это метод туберкулинной диагностики, потому что именно этот метод нам
нам дает возможность выявить детей, которые инфицированы. Я хочу для примера привести такой. Из половины детей, которые у нас заболели в прошлом году, вот половина детей, им или не делали реакцию МАНТУ, или просто родители не обращали внимания, если ее сделали, и к фтизиатру не пошли. Ну и в конце концов это привело к заболеванию. Остальная часть детей была выявлена из-за того, что там заболели родственники и всякие другие причины. Но все-таки часть этих детей, которые выявлены по МАНТУ, большая. Большая, как в принципе и флюорографическое обследование у подростков тоже. У нас из 4 заболевших подростков все выявлены флюорографически. А дети, половина детей виявлена путем туберкулінодіагностики і обследована. Скажіть, будь ласка, чи є інші методи все ж таки виявлення захворювання? Виявлення туберкульозу є кілька видів. Ну, у дітей основний метод – це туберкулінодіагностика. У взрослих – це немножко другие методи. Це метод флюорографічного обследування, коли проходять раз в году взрослые у нас, і обследування аналіз мокроти, який має велике значення. Благодаря останнім технологіям у нас виявляються мікобактерії за дуже обмежений проміжок часу, що на прийомі можна виявити хворого і навіть його чутливість цих мікобактерій. Тому у взрослых это другие методы, а у детей мы же не будем пользоваться методами флюорографического рентгенологического обследования у детей. Мы не можем каждый год делать ребенку рентгенобследование, если это ему не показано. Так что реакция МАНТУ это единственный метод, который может выявить ребенка, который угрожаемый по туберкульозу. Дякую. В нас також є цитата пані Уляни Супрун, виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, саме про нові методи. Давайте подивимося. З 2017 року у 2,5 рази збільшено державне фінансування заходів проти туберкульозу. У цьогорічному бюджеті на програму боротьби з хворобою є близько 650 мільйонів гривень. Завдяки цьому сьогодні у повному обсязі доступні усі препарати та витратні матеріали для діагностики і лікування пацієнтів. У закладах по всій Україні є достатньо вакцини БЦЖ для дітей. Проте мати ліки та вакцини недостатньо. Потрібно також оновити методи надання допомоги, як це роблять в усьому цивілізованому світі. Ми хочемо, щоб у кожного сімейного лікаря була скринінг-анкета, з якою він визначатиме, чи є пацієнт у групі ризику. Аналіз мокротиня – сучасний метод діагностики, який дозволяє визначити збудника хвороби в організмі за 2 години та за потреби одразу розпочати лікування. Тільки все ж таки фінансування збільшено і про нові методи, які тільки що ми почули з цитати пані Уляни. Скажіть, що з цього вже працює в нас? Ну, у нас действительно полностью обеспечен мы противотуберкулезными препаратами. Стоимость этих препаратов очень высока, поэтому и, конечно, говорится о том, что деньги эти очень большие. Что касается мокроты, мы уже услышали, да, действительно, это метод хороший для выявления туберкулеза у взрослых. Флюорографическое, мое мнение, флюорографическое обследование тоже у нас необходимо. Мы не можем равнять себя странами Европы и Америки, где заболеваемость туберкулезом в разы ниже, хотя в группах риска. И в Америке делают туберкулинодиагностику, правда, не с 2 туберкулезными единицами, а с 5. Что касается скрининг-анкеты, ну, это вопрос проблематичный, потому что я уже сказала, что туберкулез не всегда протекает с какими-то симптомами, а бывает бессимптомное лечение, и больной может ответить положительно на все вопросы, а у него будет какой-то очаговый процесс в легких, а он этого знать не будет, если он не пройдет флюорографическое обследование и не обследуется у фтизиатра. Так что я считаю, что вопросы эти скрининговые анкеты, это, ну, пані Уляна Супрун считает так, а многие фтизиатры и другие специалисты считают, что этого отменять нельзя, потому что флюорографическое обследование выявляет и больных туберкулезом, и больных онкопатологией, которых у нас достаточно много, и другие патологии легких. От цікаво, а як доросле населення взагалі відповідально ставиться до того, що кожен рік потрібно проходити флюорографію? Ну, ви знаєте, не всі категорії населення відповідально к этому підходять. Ви знаєте, у нас є люди соціально неблагополучні, які ігнорують обслідування, хоча і в дане час, і як і 10, і 20 років назад у нас є передвіжні флюорографи, які обслідують населення, виїжджають в райони, але не завжди люди відносяться
относятся к своему здоровью так, как это нужно сделать. Потому что они считают, что они не пойдут на флюорографическое обследование, потому что они хорошо себя чувствуют. Это не так, и это нужно, флюорографическое обследование нужно проходить. Люди, которые болеют хроническими заболеваниями легких, должны сдавать периодически анализы мокроты, чтобы не пропустить у них присоединение туберкулезной инфекции. Также должны проходить обследования люди, которые получают гормональные препараты, потому что туберкулез и всякие заболевания, которые лечатся гормональными препаратами, это очень большая опасность. Это касается людей, которые болеют сахарным диабетом, и людей, которые болеют ВИЛ-инфекцией. Они в особой группе риска по туберкулезу. Обследоваться им надо своевременно. В частности, дети у нас тоже болеют туберкулезом, ВИЛ-инфицированные. И реакция МАНТУ, в частности, им нужно делать 2 раза в году, а не 1 раз даже в год. И хіміопрофілактика таких дітей більш длительна, ніж небольних ВІЛ-інфекцій. До речі, коли готувалася до ефіру, спілкувалася з багатьма, і от дуже деякі колеги говорять про те, що все життя їм робили, ну, як нам всім, МАНТУ, так, у школі, і воно завжди було збільшене, завжди направляли на, до лікаря, але в результаті нічого. Про що це говорить? Це говорить о том, що не всі ж болеють туберкульозом. Більшинство населення інфіцировано, але болеють все-таки єдиниці. Це залежить від багатьох причин, в тому числі і за організму чоловіка, як реагує он на другие источники заболевания, какая у него иммунная система, это все имеет значение. Поэтому нельзя сказать, что если у меня все время краснело, и я не заболел, то так же будет с моим ребенком, и обследоваться я не буду. Это не так. Потому что кто-то болеет, единицы, а основная масса людей живут с инфекцией туберкулезной, не болеет. Діагностика туберкуліном, так вона і залишилась у медичних протоколах, вже які нові зараз розробляються? Да, но дело в том, что у нас на протяжении последних лет протокола по детскому туберкулезу нет. Мы ожидаем сейчас в этом году, в ближайшее время, новый протокол, который будет соединять и детский туберкулез, и взрослый. Ну, я надеюсь, что все-таки основные положения, которые были в предыдущих протоколах, они все-таки останутся, потому что они для детей имеют большое значение для выявления туберкулеза на ранних стадиях и для выявления детей из групп риска. Поэтому я считаю, что это удалять из протокола не следует. Ну, в принципе, так считают и практически все областные фтизиатры Украины, о чем мы посылали неоднократно в министерство и письма, что мы желаем видеть в этом протоколе. Вот цікаво, а чи цікавились за кордонним досвідом? Оцей туберкулін, він у всіх країнах є оцим головним методом, за яким... Вы понимаете, дело в том, что я уже сказала, что за рубежом количество заболевших в разы меньше, они не пользуются массовой туберкулинодиагностикой, как мы, потому что у нас эпидемия, у них эпидемии нет. Они пользуются туберкулинодиагностикой в исключительных случаях для групп риска. В частности, когда приезжают жители из стран СНГ, они обязательно им делают туберкулинодиагностику для того, чтобы посмотреть, инфицирован или нет, а потом выявить заболевание или нет. Но массово они не пользуются, потому что нет такой заболеваемости, как у нас. Вот пані Світлана в коментарі говорила про те, що епідемія у нас вже декілька років давно, але є наразі якась статистика, яка поговорила про те, що ми от потрошку виходимо з цієї тотальної захворюваності? Ну, ви знаєте, в початку, ну, 95-96 у нас дійсно, от якщо судити по дітям, у нас була велика заболіваємость. У нас заболіваємость підростків доходила до 30 на 100 тисяч населення. Зараз у нас ця заболіваємость, от в прошлом году була, підростки боліли 11,2 на 100 тисяч заболівших. То, звісно, тенденція є к зниженню, но, мабуть, не так, як ми би хотіли. А для того, щоб вона була дійсно действенная. Это надо приложить усилия и общественных организаций, и Министерства охраны здоровья, и самих родителей для того, чтобы ликвидировать или хотя бы снизить заболеваемость. Ну, наразі Департамент охорони здоров'я говорить про те, що Хмельниччина належить до регіонів України з низьким рівнем захворюваності. А чи ми можемо говорити про те, що в нас є ну, таке місце на мапі захворюваності України через те, що все ж таки низький рівень от саме виявлення і на ранніх стадіях, і взагалі. Ну, якщо взяти, к примеру, дітей, то вот я хочу сказать, что в прошлом году мы обследовали методом туберкулинодиагностики 76% детей, которых запланировали. Но опять же, запланировали мы не всех детей, мы запланировали частично группы риска, и из них
обследовали, только 76%. Если взять население взрослое, то у них есть флюорографическое обследование и тоже планируют по населению. Нужно сказать, что в 2017 году было обследовано около 70%, я точно не скажу, 70% взрослого населения методом флюорографии. Значит, получается, что у нас 30% от запланированных обследованы не были. И именно в этом проценте находится то количество больных, которых мы недообследовали. Так же, как и детей, которым мы не сделали туберкулинную диагностику и своевременно не обследовали их у фтизиатра. Поэтому, по всей вероятности, у нас все-таки такой низкий показатель частично из-за того, что у нас нет полностью обследованных. Також ще цікаво було б дізнатись, як планують, от ви сказали, 74% було все ж таки перевірено, так? А як планується, от, ну, заплановуються оці дітки, які мають пройти? Ну, тобто група ризику була перевірена, так? А остальна інша частина дітей – це не група ризику? Ні, от іменно, що із тих дітей, я говорила, що діти до 4 років – це група ризика, підлежать туберкулінній діагностиці, і підростки групи ризика 15-17 років. А 4-14 – это все дети. Так вот, в общей массе получается, что мы недовыявили 30 с лишним процентов. Не то, что не выявили, а не провели. Дети уже находятся в группе риска. Да, вообще всех детей получается 30 с лишним процентов. А если мы раньше делали туберкулинную диагностику всем детям 100%, то если взять от 100% детского населения, то это намного больше получится, что мы их недообследуем. Хотя группа риска, я уже сказала, особенно социальная, это практически все наши дети. Ще перед ефіром ми з вами спілкувалися, ви говорили про те, що зараз і лікувати саму хворобу вже стало тяжче. Чому? Тому що в останнє время возросло количество туберкулеза устойчивого, резистентного. Это значит, что человек имеет такую микобактерию, которая нечувствительна к некоторым нашим препаратам. И поэтому лечить такого человека очень трудно. Это касается как взрослых, так и детей. Потому что у нас есть случаи и устойчивого туберкулеза среди детей, заболевших от родителей, заразившихся. И, конечно, лечение это, во-первых, очень тяжелое, потому что длится оно иногда до 20 месяцев, препараты, количество препаратов большое, и подобрать препараты тяжело, когда есть устойчивость ко многим препаратам. Поэтому, естественно, что это процесс очень тяжелый. И все же таки наостанок, скажите, будь ласка, чи може оця туберкулінна діагностика зашкодити дітей? Туберкулінна діагностика, в принципі, навредить нічим не може, тому що реакція – це тільки місцева. Обща реакція організму від введення туберкуліна не може бути. Тому що, во-первых, там багато батьки думають, що можна заразитися туберкуліном. Там нет микобактерій, які могли б визвати заболівання. І в литературе было, да, что может быть подъем температуры временный, там, утомляемость, головная боль. Но в принципе, сколько лет я работаю, я такого еще не видела. У нас очень много лет назад была будто бы реакция на введение туберкулина в Каменец-Подольском районе, но при детальном разборе там начались реакции еще до введения туберкулина и захода в врачебный кабинет. Так что бояться туберкулина нечего, потому что не может он вызвать реакцию организма в общем и вызвать какие-то побочные действия. Дякую, пані Світлана, за те, що сьогодні погодились прийти до нас у студію. Усім телеглядачам я дякую за увагу. На сьогодні все. Побачимось завтра у темі дня о 19:20 на каналі Поділля Центр.